рыбаки ходят и ловят рыбу. Правда, не было такого погоды, но здесь у подножия горы очень часто собирается шунгит. Не знаю, знаете, кто это такой или нет. Ребятушки, вам ни хрена не будет слышно, потому что здесь ветер. Просто тайфун еще какой-то. Преображение в селе Алькова, и она, как и многие другие часовни и церкви на Русском Севере, поставлена, пожалуй, на самом выгодном месте. Она стоит на горе, внизу устье реки Андамы и Онежское озеро, и это самое лучшее место, где только можно было ее поставить. А еще обратите внимание, что под свесом кровли есть так называемые сухарики, классистический элемент, такие маленькие чик-чик-чик-чик, выполненные в дереве. Смотрите, сейчас, значит, мы с вами пойдем на лодку B440, да? Соответственно, наш экскурсовод расскажет вам об истории этой лодки, о том, что вообще происходит в этой лодке, что происходило в этой лодке, и что, соответственно, теперь стало с этой лодки. А стал теперь это музей Ветегорского района, музей, который известен далеко не только за Ветегорским районом, но и за Вологодской областью. Лодка B440. Для сравнения, мой рост 192 сантиметра, и вот я так бы себя чувствовал в подводной лодке, бился бы головой обо все. Мы только что прошли лодку от начала до конца, и я вернулся, чтобы пробежаться и одним дублем показать всю длину лодки и всю узкость проходов ее для вас. Лодочно-объемно-химическая система пожаротушения. Вот в таких черных баллончиках каждый. Вот такая вот лодка от начала до конца. Такое ощущение, что в этой лодке уже половина населения Китая. Мы стоим здесь минуты две, они не заканчиваются. Завершает шествие капитан. Вот он машет мне рукой. Хорошо. Мы проехали, кстати. Да, я знаю. Я понял. Ну так хорошо.
Итак, ребятушки, вечер четвертого дня экспедиции мы заканчиваем в гостевой деревне Ежезерово. Мы заканчиваем ее в Ежезерово. Ежезерово. Мы пробуем лося в виде котлет и пишем посты. Так заканчивается, собственно, каждый вечер. Поэтому всем спасибо и удачи.